Капитальный ремонт 23-й котельной в Сосновом Бору прошел согласно плану модернизации системы отопления. Так была полностью восстановлена ее проектная мощность. На данное время мы выдаем на городок 98 градусов по температуре, что вполне хватает для отопления и подачи горячей воды в гарнизон. Работ было проведено очень много. Это восстановление котлов марки ДЕ. Это 2 единицы. И 2 единицы котлов марки ДКВР 10/13. Также было заменено оборудование экономайзера. Это 2, 4, 5 котлов и 6 котел этот ДЕ. Также в Сосновом Бору была законсервирована 69-я котельная. Тем самым вся присоединенная нагрузка перенесена на 23-ю. Такое решение позволило получить следующие преимущества. И мы получили экономический эффект порядка 50 миллионов рублей. Сократили количество экологических вредных выбросов в атмосферу. Увеличили надежность системы теплоснабжения. Заменили 1220 метров тепловых сетей путем увеличения диаметра теплоносителя. Вот. Несмотря на увеличение нагрузки с вводом новых социально важных объектов, это детский сад, казармный жилищный фонд, надежность котельной обеспечит прохождение без аварийного зимний период. Котельная работает в штатном режиме. Было установлено 4 котла. На каждой из 4 вновь установленных котлов была установлена автоматика, что в частности автоматика на нагревные устройства, что привело к уменьшению выбросов СО в атмосферу, о чем свидетельствует визуально выход из дымовой трубы. Таким образом, можно сделать вывод, что система теплоснабжения в Сосновом Бору готова к работе без перебоев в этом отопительном периоде. Андрей Слепнев, Вячеслав Батоев. Новости дня.